Итак, дорогие мои, перед вами рыба тирпук. Рыба полностью вычищена и запанирована. Как ее зажарить, я объясню. Так, теперь эту красавицу опускаю в яйцо. И потом в сухари. Опа! Вот такая красота. И получается вот такая вот у нас рыбка. Останется лишь только ее зажарить. Вот такую красавицу. Ну что ж, вот так вот рыбочка наша плавает в яйце. А потом плавно переходит в сухарики, в сухарную панировочку. Остается лишь зажарить. А как зажарить, я уже объясню.